Друзья, всем здравствуйте! Сегодня хочу вам сделать маленькую подсказку. Сейчас начинает цвести декабрист, и вот перед вами мой декабрист, который вот в таком состоянии цветущем. Это молоденькое растение, и я хочу ответить на один вопрос, который беспокоит часто многих цветоводов. Конечно, все цветоводы определяют состояние своих растений по листьям. И вы, наверное, замечали, что у декабриста бывают такие вялые листья. Кажется, вот они сухие, но они не отваливаются. Друзья, это не значит, что вы перелили растение или, наоборот, его засушили. Это не загнивание корней. Просто-напросто у декабристов перед цветением бывает такой период, что он берет такой тайм-аут, отдых. Он набирает силы для того, чтобы в перспективе зацвести. И что же он делает? Просто-напросто, чтобы зависались подобные бутоны, а в процессе потом и зацвел, он как бы вам помогает. То есть он берет такой перерыв, и листья вот начинает, посмотрите, вот так вот, сейчас вам покажу. Вот смотрите, видите, они вот такие вот как бы мягкие. Вот, видите? Это не значит, что растение недолито. Посмотрите, рядом упругие сегменты с бутонами и цветочками. Поэтому не переживайте, друзья, если вы увидели такую картину у себя на растении. Вот посмотрите, этот сегмент был точно таким же. А сейчас, видите, он уже стал нормальным, блестящим, упругим, и на нем появился бутон. Так и на подобных вот таких листиках. Через 2 недельки здесь появится уже бутон, и декабрист будет цвести. Надеюсь, друзья, я своим видео вам смогла ответить на вопрос, который многих волновал. Желаю вам отличного настроения, побольше рядом хороших людей. Ну и, как всегда, до следующих встреч. Пока-пока.